Всем любителям хоккея сегодня телерадиокомпания ННТВ предлагает прямую трансляцию из Москвы. В гости к столичному «Динамо» пожаловали хоккеисты нижегородского «Торпедо». Всегда игры между этими соперниками отличались не только высокой самоотдачей и непредсказуемостью результата, но и притягивали взгляд всей хоккейной общественности. Не пропустите и вы этот грандиозный праздник хоккея. Начало прямого эфира в 19:25. Тимур Хакимов совместно с пресс-службой баскетбольного клуба «Нижний Новгород» и «Торпедо ТВ», объективный спорт ННТВ. События. Даниил Тарасов забрасывает первую шайбу за московское «Динамо».